Альтернативное молоко – польза или вред? Из-за отсутствия животного жира, холестерина, лактозы и длинноцепочного белка казеина альтернативное молоко имеет преимущество и важно для людей, которые придерживаются вегетарианского или веганского рациона, имеют аллергию на молоко или непереносимость лактозы. Для остальных это не имеет большого смысла. Оно не полезнее обычного молока, это просто разные продукты. Растительное молоко содержит характерные для исходного сырья микроэлементы, полезные растительные жиры и витамины. Чаще всего в нем мало кальция, но производители обогащают кальцием и другими полезными нутриентами, чтобы состав не уступал животному молоку. Кстати, белок в растительном молоке, кроме соевого, не полноценный. Лучше отдавать предпочтение в таком случае соевому молоку. Оно единственное содержит полноценный белок. Это жизненно важно для веганов. Если у вас нет идеологических или аллергических проблем с обычным молоком, если не повышен холестерин, то заменять обычное молоко на растительное не обязательно. Эти оба продукта могут быть в вашем рационе. Выбор только за вами.